Финансовый пузырь – положительное явление в криптомире. Так считает Майкл Джей Кейси, председатель консультативного совета CoinDesk. По его мнению, финансовый пузырь только подтверждает глубокий потенциал технологии. Спекуляция – неизбежное сопровождение периодов технологической трансформации. Когда новая технология получает широкое признание, она привлекает быстрые деньги. То же самое происходило с появлением железных дорог, электричества и интернета. Немногие люди смогли предсказать бизнес-модели, которые привели к появлению титанов Post.com, Amazon, Netflix, Uber. Они являются базой, на которой можно внедрять и развивать новые технологии второго и третьего уровней.